Здравствуйте. Мы встречаемся сегодня с одним из самых известных режиссеров анимационного кино в мире, а уж в России тем более, Юрием Нарштейном. Бабушки, боюсь, не ложись на краю. Придет серенький волчок, он ухватит за бочок, он ухватит за бочок и потащит в лесок. Это и есть личный фильм. Со сказкой сказок то самое, о чем Пушкин сказал, что ищет, как во сне излиться, наконец, свободным проявлением. Когда постепенно, знаешь, уехал с этого места, где жил, и постепенно вдруг начинает тебя это томить невероятно, и ты вдруг начинаешь кому-то рассказывать об этом, про свой двор, хотя у каждого есть свой двор, свое детство и все. Мы искали то, что не совсем еще хорошо себе представляли. Мы искали свою Трою и знали, что по координатам она должна быть здесь. А вот что мы найдем, это трудно было предположить. Детство, ведь вот счастливая такая пора, и я сейчас вспоминаю, как кусок огромного счастья. На самом деле оно было достаточно драматическое. Потому что дня не было, чтобы мне не напомнили, кто я. О моей национальности просто не было дня, и все. Просто с этим жил, непрерывно. И с этим жил, и вот это страшно. Просто страшно, как чума. Такое ощущение, как будто ты жил в каком-то счастье и покое, и вдруг на тебя налетела либо стая птиц, защелкали вокруг и стали клевать. Но это было непрерывно. Папу самого в 52-м году уволили с работы. Называется «За недоносительство». Ему предложили быть стукачом, проще говоря. Свой, так сказать. Он отказался. Конечно, он человек был просто полон достоинства. И это для него было непереносимо. Его уволили, он работал ездил туда, в Петушки или где-то рядом. Даже в семье по этому поводу шутили хорошие шутки. Папа работает за границей. Он встал в 5 утра, чтобы туда, и приезжал уже к вечеру. Так что, понимаешь, какой рабочий день, а когда зима, когда у человека, когда-то он перенес туберкулез, легкие больны, сердце больное. В 56-м году он умер. 51 год. Да, мне все это знакомо, Юра. У меня во дворе был друг, с которым мы провели все детство. У него была дивная мама. Она, человек, была образованный, хорошо знающий литературу, хорошо разбиралась в живописи. Кроме этого, это тоже ведь относится к детству. Вот бабушка Варя, соседка моя, она была баптистка. И уже совсем она была глубокой старухой. Топила печь, и вот я ее нарисовал, вот этот маленький этюд с кочергой у печи. Это да. Вот она. И потом она попала в фильм. Вот этот ракурс, это я подглядел в детстве. Так это перешло в сказку сказок. Из таких частей моей жизни многое очень попало туда, таких молекул. Мама пела колыбельные. Она же была ведь педагог дошкольного воспитания, с детьми все время была. Я должен сказать, что само детство по себе... Ощущение счастья было. Вот зима, вот я сейчас знаю, сейчас выпадет снег. Я уже готовил лыжи в ноябре, они уже у меня стояли. И когда выпадал первый снег, я надевал лыжи и шел во двор. Но первый снег, он же не прилипает к земле. И поэтому я, когда шел на лыжах пешком, то за мной оставался черный снег. Но мне нужно было, но я дрожал, когда наконец будет это. Это тоже поэзия на самом деле, это тоже творческий момент. И вообще вот это вот, мне кажется... Само ожидание, трепет душевный перед ожиданием, мне кажется, это и есть поэзия по-настоящему. Это не важно, что ты стихи не напишешь, важно, чтобы трепет был. И вот в этом смысле, конечно, детство было. Понимаешь, когда
ходил там на берег какой-то вонючей реки, поросшей всяким кустарником, где собирались просто тучи, тысячи снегирей. Что они там искали, я не знаю. Но когда я смотрел на этих снегирей, мне ужасно хотелось в руки взять. И я за ними ходил, а они отлетали так. Ну, ходит тут какой-то дурачок. Они так перелетали с кустика на кустик от меня. Мне ужасно хотелось его подержать в руках. И вот это вот ощущение, ты утопаешь в сугробе, а перед тобой вот они, красные снегири. И я пригласил Люсю. Я говорю: Люсь, приходи, посмотришь. Эпизодик уже сделан. Людмила Петрушевская писала сценарий «Сказки сказок». И Люсь посмотрел, говорит: какой прекрасный эпизод. Откуда это? Я говорю: а ты знаешь, от одной твоей реплики, которую ты когда-то сказал, ну так сказал и все. Она рассказала маленький эпизодик, что в метро ехала пара, муж и жена, но муж был слегка в подпитии, и жена его всю дорогу чтила метро. А Люся говорит: а я сидела напротив, прям смотрела на них во все глаза. А рядом сидел мальчик и грыз яблоко, но к ним никакого отношения. Потом эта женщина увидела, говорит, что я смотрю на нее, она его подхватила, все-таки она его любила. Она подхватила и вышла, захлопнулась двери, дальше поезд пошел своим путем, и мальчик грыз яблоко. Вот и все. А в результате, видите, как он раскрутился совершенно, ну, совершенно в другой. Каким образом? Это уже понять невозможно. Почему так? Тоже понять невозможно. Но он мне сразу, как только он сложился и снят был, все для меня фильм сразу весь открылся, все его пространство, все стало понятно. Псих. На ежике нужно было сделать один фон. Но фоном это назвать нельзя, еще я не люблю это слово. В общем, такое вот пространство, где идет ежик. И я говорю Фране, оно должно быть, это пространство плотное, и, как мне кажется, оно должно быть ольховым, потому что он приближается к сырому месту, а ольха, она всегда растет в таких вот приграничных зонах. И мне нужно, чтобы в кадре были ольховые листья. Франя – это жена Юрия Борисовича Нарштейна, Франческа Ярбусова. Она же художник всех его фильмов. Она совершенно спокойнее, не надо было заглядывать в словарь никуда. Она нарисовала ольху, и получился очень простой кадр. Это у нее память именно такая, специфическая. На травы, на грибы. Она может нарисовать любое дерево. Там Франческина была стихия. Ведь по пространству кадра фильм очень простой. Что там? Туман, трава, персонаж. Все. Основное ведь это идет. И если взглянуть крупно на то, что рисовала Франческа, то понятно, как она это все хорошо чувствовала. Но там не только Франчески, там много Саши Жуковского. Потому что просто так пространство кадра не выстроить. Просто так. Александр Борисович Жуковский работал с Юрой Нарштейном в течение многих лет и снял почти все его фильмы. Там нет никакой интриги в действии, там нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в «Ёжике в тумане» произошел счастливый случай совпадения всех элементов. Там еще целая была история с персонажем, как он рисовался. Боже мой, если бы я не выбросил все те персонажи, которые делались, то мы бы имели целую энциклопедию ёжиков. Может быть, я во многом виноват. Я все время Франческе говорил, что он должен быть таким вот столбиком, бревнышком. Но его мгновенное появление, и он должен сразу отпечататься в глазу. Сразу. И должна быть сразу на него реакция. И сколько не рисовалось, все не туда, все не туда. Пока однажды, наконец, я помню, я на нее наорал так, она расплакалась так, что сейчас меня вправе судить по всей строгости закона. Но в этот момент она сделала персонажа. Когда мы стали делать «Ёжика в тумане», вот персонаж и соединение со стихией, тут, конечно, сразу появилась масса проблем, и это все постепенно возникало, что персонаж стал слоистым, что у него появилась основа одна, потом сверху накладывается целлоид следующий, со следующей стадии
рисования, иногда еще и следующие, что на него отдельно идут эти детали. Потом это все легко сочинялось, но надо было к этому прийти. Я в реке. Пускай река сама несет меня, решил ежик, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению. Здорово, зайка. Здравствуй, Петенька. Каково поживаешь? О чем тужишь? О чем плачешь? А как же мне не тужить, коли с родного пепелища сгоняют? Лиса и заяц — это тоже мое было предложение, потому что мне, в общем, не давали ни то, ни другое. В общем, и правильно, наверное, не давали, потому что у меня была идея, я очень люблю Маяковского, его поэзию, и для меня его личность очень фантастическая. Я хотел фильм делать «Любовь поэта», куда бы все вошло, от начала до конца. У меня даже финал, который я бы сейчас не стал бы переделывать. Уходят четыре Маяковских. Маяковский медведь, Маяковский поэт, Маяковский трибун, вот тот самый, кого он себя выставил, играл, и Маяковский щен. И они уходят в глубину кадра, ослепительное солнце. И на нас только длинные вот эти тени. Потом я думаю, что реминесценция этого кадра попала в сказку сказок. И они уходят, и балагурят о чем-то. Смеются и не обращают. А мы как будто за ними двигаемся вместе. А потом вдруг на какой-то момент останавливаемся, и они так и уходят. Да, я бы не стал переделывать. Я тогда был очень напряжен этой идеей. Но я думаю, что, скорее всего, хорошо, что не дали. И что мы стали делать фильм «Лиса и заяц». Простая сказка. И я на ней хорошо, в общем, голову сломал. Опять не помню, как это пришло в голову. Прялки, там же все есть уже. Там же есть эти клейма. Нам нужно переходить из одного окна к другому. И можно, говорю, фильм вообще в идеале снять одним планом. Здесь еще, понимаешь, это можно сравнить, допустим, с шинелью. У меня, для меня как-то «Лиса и заяц», и шинель, они между ними перекидывается мостик, поскольку там есть нечто сходное. Даже я процитировал в «Шинели» один маленький эпизодик из «Лисы и зайца». Конечно, и зайчик, и Акакий Акакевич раздеваются и одеваются по-своему каждый, но они оба стеснительны и прячутся за занавесочкой. Это повесть не о маленьком человеке. Понятие маленького человека не включает в себя просто механическое сочувствие, что маленький человек может быть тоже негодяем, и еще каким. И мы эти, по-моему, испытали все эти прелести на себе. Покажется невероятным и диким, что спустя 9 или 10 лет мне нужно было опять подойти к съемочному станку, к тому же самому персонажу, и не то чтобы начать с того места, на котором закончилась предыдущая съемка, но во всяком случае это была попытка войти в одну и ту же реку. А, как известно, в одну и ту же реку не только дважды нельзя войти, но даже один раз. Мы выставляли кадр, но я говорил кинооператору, я говорю: «Саша, я не знаю, как снимать, я не знаю, как это делать». Это был ужас. Но ведь вы понимаете, глаза страшатся, руки делают. Постепенно стало просветляться в голове. То есть я нарисовал какое-то одно изображение, потом на него положил другое, потом на целлоид третье, потом четвертый. Потом стал этот целлоид между собой двигать. Вот просто вот так двигать. И вдруг увидел, что это все живет как плазма. В результате, если посмотреть на стекло, на котором лежало это так называемое одеяло,
то там, наверное, лежал, я не совру, вот такой слой целлоида. Просто чешуя такая. Наступило облегчение, что я могу это делать. То есть я могу к этому подступиться. Но, повторяю, каждый раз, каждая новая сцена и каждый раз это ощущение, как я вообще со всем этим буду справляться. Откуда это? Я подсмотрел это у Гои. Мы все время почему-то, это и в жизни, и в политической жизни, и в общественной жизни, в трудовой жизни, мы все время ищем себе как бы легкий путь. Вот сейчас, наконец, начнется, Макс говорил об освобождении, там все говорят о свободе. Все равно нужно наработать мозоли. И без этого ничего не получается. 25-й день. Вот это было первое, за что нам сразу дали как следует по шапке. Это на 6 лет отодвинуло от меня. Режиссуру. Я от этого фильма ни в коем случае не отказываюсь и вообще, понимаешь, сжечь партийные билеты на экране, перед экраном телевизора, это все неприличие. Для меня-то это была большая школа, и я на живопись стал более глубоко смотреть. Кроме того, я всегда стихийно мало знаю, я любил русский авангард и искусство послереволюционное, мне очень это все нравилось. Там такое бродило. До сказки сказок я вспоминаю, когда вот она делала дом. Речь идет о Франческе Ярбусовой. Она сделала дом. Она говорит, Франческа, это не то. Это ты мне покажешь красиво, как ты пишешь. Это мне не нужно. Мне нужно, чтобы это состарилось, чтобы здесь время переночевало. Что ты делаешь? Я говорю, это должно быть вот как морская, как доска из моря выкинута, когда она просолилась, на солнце пропеклась. В ней собралось время, чтобы еще существовало перед этим домом поле, света, вот здесь, который мы не видим, оно, чтобы оно в дом обязательно вошло и впиталось. И тогда-то я и рассказал кадр, когда во дворе поставили столы, накрыли их большой скатертью, и за столами, за этими сели все жильцы моего дома, все, кого я знал, и кого уже нет. Я сидел как приклеенный. Вот я не мог оторваться. Я бесился, бился буквально головой об стену. На сказке сказок такое было. Когда в последние дни уже там мы с Игорем ставим кадр, а еще нет персонажа поэта. И ты искал и нашел Гумилева? Да я его никогда в жизни не видел. Ты что? Я его не читал, я его не знал. Смешно говорить. Но это объяснимо вполне. А Ахматову, когда я прочитал впервые, а Пастернака. Я ребенок позднего развития, это называется. Хотя я ничуть не завидую тем, кто его прочитал там в 15-18 лет. Это в ровном счете ничего не значит, потому что я в 10 узнал то, чего они знали, они в 20. И никогда не узнают. Я узнал драматическую суть жизни до такой степени, что натурально жить не хотелось. И смотрел на эти игры со стороны. Поэтому то, что я Гумилева не знал, тут нет ничего противоестественного. Сейчас смотрю на это и думаю, что я бы, наверное, второй раз уже не смог бы сделать. Нервное напряжение такой степени, такой уже, такой дрожи, когда уже, наверное, сердце там, оно уже не бьется, оно уже просто подрагивает. Утомленное солнце нежно с морем прощало, в этот час ты признала, о, нет любви. На сечь Прикерженца, там была художник Марина Соколова.
У меня с ней были идеальные отношения. Когда я ей говорил переделывать, я там был режиссер, сорежиссер Свану. Когда я говорил переделывать и объяснял, почему, она переделывала. Она только так вот, куря сигарету, я к ней подходила, она, значит, курила сигарету, смотрела так, пепел падал прямо на живопись эту. Мне ужасно это нравилось, что пепел туда падает. Она смотрела так с кисточкой. Я говорю, Марина, ты знаешь, это не совсем то по цвету. Я говорю, это не стыкнется. Вот. Ну, объяснял, почему. Она спокойно на меня так внимательным взглядом смотрела. Внимательными очами, сказал бы Пушкин. Потом делала так. И переделала. И получился одновременно, понимаешь, абстрактный момент, который переходил в реальность, и в то же время все равно оставался абстрактным. И вот это... То есть вот эта вот волнообразность, она точно в пластичке совпала. По цвету горение должно быть ядовиты и вне гармонии. А ты знаешь, что у нас ведь техника несложная. На самом деле, в сравнении с той техникой, которая есть на Западе, у нас несложная. Во-первых, она вся от руки. Она двигается в тех направлениях, которые нам необходимы, чтобы перекрыть все съемочное поле. И сегодня Юрий Борисович работает вручную с художником Валентином Ольшвангом. Тут ничего нет супер. Никакой электроники, никакого электричества, никакой там задали программу, никакой, ничего. Все только от руки. Поэтому она мне... В этом смысле она мне не мешает. Она должна полностью подчиняться пространственным задачам фильма. И она подчиняется. Сейчас идет очень сложная работа вот этой заставки «Спокойной ночи, малыши». Очень сложная. Я должен сказать, что сложнее, чем «Лошадиные». Но это еще и во многом связано, что задачи... Это, конечно, я идиот. Можно было, наверное, все упростить. Но задачи очень сложные. Поэтому я хочу спокойствия. Как там сказал поэт, тишины хочу, тишины, нервы, что ли, напряжены. Вот хочу совсем другого. Если, конечно, получится там со временем. И как говорится, главный архитектор даст возможности здоровья, времени и пространства и условий, то прямо противоположную вещь хотел бы сделать. У меня вообще идея трех фильмов. Вот если бы я сделал, я посчитал бы для себя, что программу выполнил. Но я не Иммануил Кант, понимаешь, я не по мышлению, не по стабильности работы. По мне нельзя проверять часы. Но вообще есть книга Иова с песней и одна японская вещь, которую я давно еще сочиняю. Дорогие друзья, конечно, для Юрия Борисовича любая передача будет коротка, но надеюсь, что мы о нем будем говорить с вами еще не раз. До скорого свидания.